А теперь о происшествиях. Следственный комитет по городу Ангарску возбудил уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». В тяжком преступлении подозревается 29-летний ангарчанин. Мужчина, оставшись на ночь в гостях у своего приятеля, с которым был знаком всего полгода, совершил попытку надругаться над его 5-летней дочерью. Как педофил оказался в одной кровати с ребенком, сейчас выясняют следователи. Снял одежду. Что-то еще делали? В ходе предварительного следствия было установлено, что ребенок после случившегося сообщил обо всем своей матери, которая в результате вызвала сотрудников полиции. В полицию родители обратились только утром. Подозреваемый свою вину признал полностью и раскаялся. За попытку изнасилования ему грозит тюремный срок до 20 лет лишения свободы.